специально разработали новый контент для виртуальной реальности, где можем показать новые концепции магазина будущего на неделе российского ритейла, которая будет проходить в начале июня. Мы всех посетителей этой недели и выставки приглашаем посетить стенд Retail.ru и компании ЧЕП, где будет установлено оборудование для виртуальной реальности, и каждый из вас может посетить, своим присутствием ощутить, да, концепции, которые в будущем, возможно, будут также присутствовать в ритейле в России.